Ох, как сидит. Я полагаю, также, наверное, туго сидит на одном штифте, потому что здесь всего 6 точек опоры, 5 болтов, одна шпилька, гайку тоже я открутил, и штифт. Плотно сидит. Вот здесь, что сделал. Здесь удобно. Закрутил вот этот болт частично в раздатку. И отсюда вот снизу начал расшевеливать. То ли шлицевой сидит плотно. Но сидит плотно. Также вкручиваю болт со второй стороны. Вот он, я его поставил. И пробую через него еще. О, появилась щель. О, отошла раздатка. Ну все, снимаю болты. Надеяться, что я ее сниму, не разъединяя глушителя. Не хватает места. А нет, нет, вроде бы пошла. Пошла, пошла, пошла. И глушитель разъединять не надо. Так, проводку в сторону убрал. Ой. Видите, сапун натянулся, не заметил. Вот и все. Здесь сухо. Вот раздатка, которую я снял. Наклейка на ней оригинальный номер 47300-3C200. И вот раздатку, которую прислали. Оригинальный номер 47300-3C200. А здесь маркировки по партиям разные. Хотя вот это 44243 для 008. Такая же одинаковая. Ну, это, видать, допуски. А вот здесь вот на родной уже маркировка отсутствует. Здесь еще есть, что это тот раздатка. И заменил датчик скорости. На новой раздатке пришел такой вот датчик. Перекрутил родной. Ну, а в целом все, все такое же. Все одинаковое. Ну, беру, устанавливаю.
Также здесь увидел, что старая раздатка действительно, да, она разбиралась, на герметике собрана. Здесь этого нету. Сейчас, когда поставим, после этого мы снимем балансир, потому что у нас заливная пробка находится за балансиром. Ставлю ее на гидростойку. Шлицевая ржавая. Я ее протираю. И немножко смажу. Все, наживил, теперь оно на штифт так же туго идет, как и снималось. Все идет нормально, идет ровно, потому что этот болт вот он уже освободился насколько.
откручиваю балансир. Балансир такой, килограмма на 2-2,5. Вот заливная пробка, вот сливная пробка. Откручу, посмотрю, есть ли там какие остатки масла, чтобы не мешать. Там не остатки, она там полностью с маслом. Запах у масла совсем другой. Масло тоже чистотой не отличается, но запах у масла другой. Я, наверное, возьму еще, залью маленько свежего масла и опять солью. Так сделаю. Заливать буду АТФ Меркон Dextron 3 от фирмы Chevron. Номер его 22-650-27-21. Хотя бы 300 грамм налью, смыть старое масло. Все отлично. Теперь знаю, что внизу точно ничего нету. Стружки нету в ванне. А это уже хорошо. Ну что, подключаю разъемы теперь и ставлю кулису. Все.
Этих два болта я закрутил верхних. Кулиса у меня стоит в нейтральном положении. Видно по штакам. Теперь обезжирил площадку. Намазываю герметиком. Герметик буду использовать фирмы Абра. 3/9 серый. Вот такой вот. И уже опущу кулису. Лежит в пакете, чтобы масло не капало. И закручу ее. После этого уже опускаю. После этого уже иду под низ, поддомкрачиваю коробку и привязываю внизу траверсу и карданные валы. И все. Остается нам уже после того, как опущу автомобиль, собрать в салоне. Намазал герметиком. Не знаю, получится, не получится показать одной рукой, завести кулису на место. Так. Штифт попал один. И второй попал. Все. А вот теперь можно наживлять болты. И затягиваю. Все. Кулису я затянул, ставлю датчик на место и иду вниз. Кулиса установлена, вот эти крепления, которые я на раздатке откручивал, задний кронштейн прикрутил. Также здесь кулиса, он по герметику видно, прижата. Поэтому остается нам поднимать траверсу. Поднимаю траверсу и ставлю на место болты. И после этого прикручиваю карданные валы, и передние, и задние. Все, болты я эти затянул, убираю гидростойку, закручиваю, прикручиваю задний кардан.
Все, задний кардан прикрутил. Также прикручиваю передний кардан и заливаем масло. Все, карданный вал прикрутил. Остается у нас залить снизу масло и поставить противовес. Налил нагнетатель масла и наливаю, пока не побежит. Побежала через пробку, пускай остатки стекают, излишки, и закручиваю пробку. Все, масло лишнее сбежало, закручиваю пробку. Смываю подтеки масла. Смыл подтеки, отмыл грязь. Прикручиваю на место балансир. Ну, он тяжелый балансир, он 3 кг, наверное. Все, балансир установил, кардан прикрутил, разъемы все соединил, передний кардан прикрутил. Опускаю и собираю в салоне. Все, все включаются скорости. Ставлю на место пыльник. Ставлю консоль. Thank you.
И ставим ванночку на место. Включаем прикуриватель и прикручиваем саморез. Вставляем пепельницу и собираем спереди. Подключаем прикуриватель. На этом все. Замену раздаточной коробки я закончил. Сейчас заведу, попробую, как передачи работают. Все нормально включается, все хорошо. Если хозяин старую раздатку не заберет с собой, то сниму видео в разборе, разберу ее, все равно ее выкидывать. Разберу и посмотрим, что там внутри, как она состоит и что у ней вышло из строя. На этом все. Всего вам доброго.